Беларуси вакцинация против гриппа начнется в октябре и продлится до декабря. Традиционно прививки будут доступны на бесплатной и платной основе. За средства бюджета предложит российский Грипол Плюс. Препарат уже прибыл в страну и проходит лабораторную проверку качества. Затем его распределят по учреждениям здравоохранения. Ко Дню народного единства в Бобруйске подготовлена масштабная программа. Сегодня во Дворце искусств пройдет концерт «Грани единства». В субботу в 10 утра в Еловиках стартует велопробег. В молодежном парке с 14 до 18 будут работать тематические площадки. Завершится праздник патриотическим концертом. 17 сентября стартует сезон охоты на гусей. Продлится он до 11 декабря. Белорусы могут отправляться за трофеем любого возраста и пола. За незаконную добычу птицы штраф может достигнуть 3200 рублей. В некоторых случаях грозит уголовная ответственность. В Бобруйске остановлена работа наркомаркета. С поличным задержаны двое местных жителей. Они оказались владельцами ресурса. Психотропы мужчины приобретали в России. Дома у молодых людей найдены весы, изолента и специальные пакетики. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Социальные учреждения города готовы к приему пенсионеров на осенне-зимний период. По вопросу определения необходимо обратиться в ТТСОН по месту регистрации. Услуга осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе. Проживание может быть постоянным, временным до года или краткосрочным на месяц.